Слушай, Джек, ты пробился через доки. Вэл должна быть где-то поблизости. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Опа, 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 опа. Там здоровяк ходит. Там. Опа, 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 опа. О! Они вдвоем. Два, короче, здоровяка. Окей. Жесть. Жесть. Я не знаю, надо, наверное, выбрать, короче. Хотя бы одного-то убить. Вчера его там разрешетил его там. Охренеть. Минус один. Отлично. Минус второй. Фу. Вот это начало, вот это начало. Просто жесть. Кто так начинает? Ubisoft, вы чё? Просто я не успел включить игру, уже трэш начался. Вот. Итак, мы с вами прошли архив и продолжаем поиски Вэл. Вот. Так, надо перезарядить все. Тут я все, да, больше ничего. Он там труп лежит, может, у него что-то есть. Аптечка, хорошо. И усё. И усё. Так. Здесь... А, здесь. Здесь сломано. Ладно, движемся дальше. Увидите доктора Треста! Быстрее! Они идут! Мы постараемся их задержать. Окей. Так, в первую очередь мочим трагинов. Как всегда, в первую очередь мочим трагинов. Чтобы они не мешали. Так. Есть кто живой? Есть кто живой? Есть кто кого здесь убил? Или они друг друга перебили? Нет, там трагин стоит. Отлично. Отлично. Так. Ну-ка здесь сейчас по сусекам поскребем, посмотрим, что интересного. Панельки не действуют, аптечка мне не нужна. Мне бы сейчас... Тихо. Мне показалось, там кто-то промелькнул. Мне бы броньку. Мне бы броньку. Мне бы броньку и... охранку. Чё-то я не готов, если меня убьют по новой с этими здоровяками мочить. Короче, это какая-то, не знаю, тут какие-то панели, не знаю, на лабораторию. Это в принципе, ну, в принципе, похоже на лабораторию, но нет здесь никаких операционных столов и т.д. и т.п. Колб никаких там нет. Хорошо, мы идем. Так, карточку надо. Хорошо, там кто-то идет. Окей. Карточку надо, еще здесь аптечка лежит, там аптечка, короче, аптечки есть. Он там! Отведай свинца! Так, кого они? Я продырявлю твою... Ой, ёпта! Выкурите его оттуда! А можно они сами? У меня, кстати, базука есть. Прямо, ну, ракетница.
тебе. Я, короче, подожду, наверное. Пускай ребята сами разбираются. Я что-то как-то не хочу туда лезть. Так, а здесь нет никаких этих? Аптечку взял. Никаких этих карточек нет. Ой, что такое? Да что такое? Да в смысле, вы там не можете справиться, что ли? Давай, давай, мочи его. Я так понимаю, ты с этого, с пулемета херачишь. О, отлично. Красавцы! Йо-хо! Что тут терминатор? Да в смысле? Что вы такие? Готов. А что у меня вот на карте-то обозначено, непонятно. Так, ладно, этих я убил. Я не знаю, есть еще кто? Допустим. Прям пушка, смотри, прям на меня. Допустим. Так, гранаты, гранаты у меня полно. Мне вон туды, да, получается? Да, вот он с пулемета херачил. Здесь что-то все разрушено. О, отлично, отлично. И, в принципе, должна быть сохранка. Уже много дичи какой-то произошло. Блёха, ролик только начался, почти 6 минут, и уже такая дичь творится. Ладно. Нам нужна карта. Нам нужна карта. Здесь пароли. А, ну открыто. Ага. Погоди, откуда у меня карта? What the fuck? Я взял карту? Что-то я даже не заметил. Где я взял карту? Никто не приперло? Никто здесь не приперло? Это он! Ай. Выходи! Готов. Сдохни, сдохни, сдохни! Ну-ка, сюда иди. О. Отлично. Я включаю ночное видение на всякий случай, Леха. На всякий случай, если они, короче, это невидимые. Они же любят быть невидимыми. Так, где-то там стреляют. Погоди, а здесь я... Мне здесь не подняться, да, никак? Здесь мне никак не подняться. Окей. Значит так, где-то... В смысле? Ты в вентиляции? Вот и все. Спрятался такой, нифига. Я его не найду. Ой, ёпта. Умри нахер! Умри нахер! Вот эти вот опасные. С автоматами, в принципе. О, быстрее! Мать твою! Ой, ёпта! Сколько вас? Я вам покажу кузькину мать. Так, газ. Я не отравлюсь. Я лучше сторонкой обойду.
что это было? Солдаты Крейгера заблокировали проход к лифту, чтобы не допустить прорыв Трайгенов. Проберись в комнату охраны и открой двери. Угу. Отправились сюда, где вы последний раз видели Валери. Найдите кодовый замок, блокирующий лифт. Сохранку-то мне дадут, нет? В смысле? Да. Сохранки-то не было еще, ты прикинь? Леха! Уйди! Уйди нахер! Ааа, нет! Быстрей! Быстро-быстро перезарядка. Под стольником смотри. Ну давай, вылазь, я тебя жду. Разделаю как бог черепах. Как бог черепаха? Смотри, летает. Даже не пытайся. Их в первую очередь. Так, отлично, убили. Я иду за тобой. За мной? Все, за мной? Ты где? Да, горяченького захотелось. Откуда? Леха, откуда он стреляет? Да в смысле? Хочешь еще? Глаз на жопу натянул. А, нифига себе. Из-за этих, короче, штукенцев не видно. Из-за этого всего не видно даже этих врагов, короче, было. Так, ладно. В принципе, наверное, все, да, закончились эти враги. Я надеюсь. Надеюсь, а. Мне бы сохранку... Ну, ты прикинь, сохранки-то не, до сих пор нет. Или вниз спуститься. Ну-ка, давай-ка вниз спущусь. Смотри, здесь. Здесь дверь. Смотри, сколько дверей. Отсюда я пришел, да? Ага, отлично. Так, давай вниз спустимся, посмотрим. Я не удивлюсь, если и внизу еще эти двери есть. Пистолеты мне не нужны, короче, патроны. Так, дверь сюда взорвана. Кнопочки не по нажимать, да, что у нас тут нарисовано? Всякие ДНК, нервные системы. Окей. Это у нас голограмма Трайгенов. Трайгенов. Как это называют? Трайгены. Так, пистолет мне не нужен нахер. Окей. Пойдем, значит, у нас открыта всего одна дверь получается, да? Остальные нужны карточки. О, да, аллилуйя, мать его. Что-то сохранки стали все реже и реже. Бляха, что-то померещилось. Так. Ты один? Ты здесь один? Ну ладно, допустим. Так, а здесь у нас сломано, да? Не откроется, ничего не покажется. Значит, идем сюда. Смотри. Инкубатор. Так, труп. А-ля Umbrella из Resident Evil. Так. Ага, еще дверь. Можно как-то отключить этот инкубатор, короче, чтобы... Ой-ё, а там газ, да? Можно ли отключить как-то инкубатор, чтобы они больше не рождались, эти твари? Подпитывай, смотри его, что-то там. Вот откуда... Вот что за отверстия, короче, у них в спинах, там, во всякой этой херне. У этих нет. А вот которые... Получается, с автоматами бегают вот эти. Они изначально подключаются к матрице, короче. Так, ты где? Вы где? А, это... И либо это с автоматом. Только с какой стороны? А, ну здорово. Невидимка, значит. Бляха, 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 бляха! Отлично.
Хорошо, так, там газ. Тут не пройти. Броник мне сняли. А у них, кстати, смотри, эти. А. Бомжи у них. Короче. Еще один инкубатор. Так. Вот, допустим. Отлично. Но он не один по-любому. Вода. Затоплено все. Так, ладно. Что здесь у нас? Патроны у нас полно чего-то, от чего-то. А, это, наверное, от дробаша или от чего? Это от снайперской винтовки. А, нет. Или это от пистолета вообще? Это вообще, наверное, от пистолета. Так, у меня, кстати, от автомата кончаются патроны. Это не есть хорошо. Вон он, я порву тебя в клочья. Я иду за тобой. Ой, ёпта. Время драть задницы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, сохранка прошла. Хорошо прошла сохранка, вот это радует. Так, надо дробаш. Вижу цель! Еще одна волна Драгина подоткнула! Открыть огонь! Заси! Драгина в первую очередь нахер! Он уже умер, я думал, он живой. А я думал, сова. Окей. Там еще один. А, стоп. Сдох. Так, я разнесу тебя в клочья. С левой стороны получается. Балдел. Да тут я. Что? Еще захотел? Как тебе это, сволочь? Ну-ка. Ты где, сволочь? Сволочуга. Нравится. Тебе нравится? На еще. Я убью тебя. Лодочник. Так. Молись, пока есть время. Поешь свинца. Хочешь еще? Сейчас получишь. Он где-то застрял, походу, забаговался. Ты... Лёха. Хочешь еще? Охренеть вас. Все? Ладно, допустим. Так, немножко броньки. Это что? А, кнопка к лифту. Понятно. Кнопка к лифту, так, аптечки. Я пока не хочу нажимать, я сейчас вот туда посмотрю. Что у нас здесь? А, понятно. Кстати, Драгина шли отсюда, оттуда. Как они опять там оказались? Так, где тут кнопка? Надеюсь, это был последний переключатель. Я тоже. Я тоже. Кто не пришло? Да дверь. Так, лифт. Ха-ха, пушка такая, видал? В воздухе висит. Сами-то они исчезают, а вот автоматы нет. Понятно. Так, а я не знаю, здесь я пройду. Куда мне вообще двигаться? Ай-яй-яй, только не разбейся. Только не разбейся, не хватало мне этого еще тут. Яха. Так, эта дверь сломана. Значит, я правильно сейчас шел. Ну ладно. Стрелка на радаре у меня вообще куда-то непонятно куда показывает. Ладно, давай сюда пройдем. Бляха, здесь газ, я не знаю. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй!
бляха, умирай. Да, чука, ружье. Фу, я думал, намного плачевнее сейчас все закончится, если честно. Прям с этими трагинами, вот этими, которые прыгучие, вот эти вот обезьяны. С ними, бляха, каждая схватка напряг. Так, лифт, окей, лифт я нашел, сохранка. В смысле? Так, ништяк. Все, я готов. Надо перезарядиться. Поехали. Сейчас, как обычно, тут сразу при входе начнется стрельба стопудово. Ёхо! Ёпти мать! А можно без вас, а, как-нибудь? Жесть какая-то! Так, ладно. Вот этого вообще, бляха, не нужно мне. Ёпта, и двое. Так, ружьё нахер. Бляха, беги. Минус один. Хорошо, 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 хорошо. Так, 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 так. Ура! У него... Ай-яй-яй! Да тихо там! Не надо мне там! Задницей! Я, видишь, занят! Уйди в жопу! Видишь, я занят! Умри нахер! Так, 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 так. Ну-ка. Во напряжёнка, мать его! Мне не работают очки! Ты где? Я тебя не... Опа, я тебя вижу. Ну-ка. Высунись, падла. Бляха, кончилось. Отсоси! Да на! О, и здесь, короче, у меня патронов не... Да в смысле? Я ж тебя нахер убил. И тишина. Себе патронов вообще нет. Фу. Это было жестко. Это было жестко. Так, фонарик это вообще нихера не освещает. Есть патроны. Так, есть. Так, отлично. Хотя бы чуть-чуть патрончиков. Давай-ка здесь еще пороемся сейчас. Посмотрим. Я так понимаю, мне в ту дверь, которую вот я сейчас был рядом. Так, так, так. А наверх как мне подняться? Как они туда попали наверх? Или мне вот сюда? Ладно, давай вот здесь. Так, осмотрим сразу. Отлично. А в смысле? Лестница. Нет. А чего я патроны сейчас взял? Вот это чего патрон? А, это, наверное, понятно. Так. Это я перезаряжаю. Карточек никаких нет. Отлично. Нос. Отлично. Ты ничего там не видишь? Лови! Так, гранату мне кинули. Мне.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, я умру.